Казахский язык – язык мира и добра. Все чаще представители различных этносов проявляют интерес к государственному языку. Это помогает им и в учебе, и в работе, и в быту. Герой сегодняшнего сюжета – студент, член Корейского этнокультурного объединения Чосон Тимур Цой. Несмотря на свой юный возраст, он владеет 5 языками. На основной упор делает именно на казахский. Все подробности у моих коллег. Тимур Цой родился в интернациональной семье. Его отец кореец, а мать узбечка. С детства юноша говорит на языках своих родителей. Наряду с этим в 6 лет изучает казахский. Сегодня он свободно владеет казахским, корейским, русским, узбекским и английским языками. На достигнутом Тимур не останавливается и ежегодно совершенствует свои знания. Я учу казахский, так как у меня огромное желание и любовь к этому языку. Я считаю, каждый уважающий себя гражданин должен владеть государственным языком. Я с детства тянусь к изучению казахского языка. В моем кругу было много друзей казахов по национальности. У меня был стимул выучить язык, чтобы общаться со сверстниками. Сегодня я горжусь тем, что я знаю государственный язык. Многие приятно удивляются, услышав речь Тимура на казахском языке. Ему по душе казахская поэзия. Он тесно знаком с творчеством казахских поэтов и иногда читает их стихи. Со школьной скамьи юноша привык участвовать во всевозможных языковых олимпиадах и соревнованиях. Аяғын шауыз басқан, орын тапқанда, арқа сөз болмайма. Ең жақсы көретіндері ол Абай Құнанбаев және Мұқағали Мақатаев. Больше всего мне нравятся труды Абая Кунанбаева и Мукагали Макатаева. Вы спросите, почему? Я отвечу, что благодаря им я с легкостью понимаю всю глубину казахского языка и всю его красоту. Я желаю всем с интересом изучать государственный язык. Это поможет каждому сейчас и в будущем. Поистине казахский язык можно назвать языком мира, добра и единения. Благодаря ему все этносы, проживающие в нашей многонациональной стране, стали одной крепкой и большой семьей. И это ставится в пример всему мировому сообществу. Сабина Балашкина, Дузельбай Нурбай, Каспий Акпарат.